В этом году в дорожно-транспортных происшествиях по области погибли 19 детей и пострадали 154 человека. Инспектор по пропаганде отдела ГИБДД в Новошахтинске Дмитрий Викторович Сидоров систематически посещает разные школьные и дошкольные учебные заведения и напоминает основные правила дорожного движения. На территории области проходит широкомасштабная акция «Внимание, дети», в рамках которой сегодня проходит неделя безопасности дорожного движения. В рамках акции инспектор ГИБДД посетил первоклассников средней школы номер 31. Дмитрий Викторович поздравил самых маленьких учеников школы с началом учебного года и совместно с юными инспекторами движения провел пятиминутки безопасности, напомнив детям правила дорожного движения. Ваш путь – школа, дом – школа. Необходим, чтобы он был безопасным. Для этого вы со своими родителями, взрослыми должны просчитать маршрут таким образом, чтобы он проходил через пешеходные переходы, где не разрешено движение пешеходам, через надземный переход, который у вас здесь есть, а потом есть регулируемый пешеходный переход, тротуары и так далее. Далее к акции присоединились представители отдела по работе с молодежью и волонтеры. Они, в свою очередь, раздали памятки родителям с напоминанием о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Соблюдайте правила дорожного движения. Цель акции одна – это снижение детского дорожно-транспортного травматизма и безопасность движения каждого ребенка.